Всем привет, друзья, с вами, как всегда, Драйвер 51 Рус. Значит, такой спонтанный, да, обзорчик. Спонтанный обзорчик на газельку. Полигон, значит, на газельку 33021, по-моему. Сейчас давайте посмотрим. Вроде бы. Так. 33021 4x4. Ребята, она уже была. Эта газелька. Эта газелька приватная. В товарах находится. Значит, это Devil 38 Rus, ребята, делал данную машинку. Сейчас вот доработал. Скинул ее на обзорчик. Все как обычно, все офигенно. Анимашки нет, текстурочки прикольные. О, наверное, да, и тот раз, по-моему, я смотрел, прям смотришь, как в зеркала реально реально отображается. Кстати, вот этот прикольный Димон сделал, вообще обалденно. Так, давайте сразу пробежимся по, давайте по колесам. Так, погнали. Кстати, ссылочка на Дмитрия будет в описании под видео, ребята. Проходите, ага, проходите по видео внизу, смотрите, открывайте, там ссылочка будет, кому интересно, на Дмитрия будет ссылочка прям там под самим видосом на канале. Значит, так, что поменялось, колпаки, ребят, задние. Так, шоссеечки наперед, еще колпаки, обалденно. Ага, внедорожная резина такая, блин, сюда на свет. Во. Так, и все, да? Ну, давайте я оденусь, наверное, с колпаками. Вот такую прикольную. Так, ух, тут, короче, я так понял. Димон тут, наверное, что-то... Бочка. Сейчас будем ставить все потихоньку. Есть бочка у нас. Бочка. Нет топлива у нас. Так, это, по-моему, мухобойка. Если мне не изменяет память, да. Ну-ка. А мухобойка, ребят, смотрите, ставится со значком прям. Блин, с газовским. Ах, японский городовой не подтянуть-то мне никак. А, сейчас уберем. Во. Оп. Нет, все равно никак. Вот он. Всем видно, да? Газ, значок. Слева. Вот он. Обалдеть, да? Прикольно. Так, ладно, дальше погнали. Что тут у нас должна быть? Что-то я не знаю. Маяк. Маячок, ребята, есть. Все, мил. Все мигает как надо. Все классно. Свет. Ой. Так, маячок у нас есть. Что тут еще есть? Тюнинг. Оп, верхний козырек, да? Ладно, давайте его оставим. Так, бочку мы посмотрели. Снимаем мы бочку. Будка. Будка, ребят, по-моему, с анимацией. А, надо завести. Так, три. Все это дело у нас, ребят, грузится. Давайте поедем, посмотрим. Брызговички, анимация карданов, подвесочки, все тут. Ой-ой-ой. Шишигу чуть не накернили. Наверное, должно быть что-то погрузиться туда. Ну-ка, давайте. Ага, сюда ничего не грузится, а что оно дает? Оно пока ничего не дает. Ну, видно, Димон посмотрит сейчас, подправит все это дело. Или, может, я не ту газельку запихнул. Может быть такое, кстати. Так, дополнительный бак. Это у нас сцепка. Баллон. Груз. Ага, вот. Стоп-машина. Вот, ребята. Груз грузится. 2 очка загрузки идет у нас в сам этот. Это я уже тупанул, так что. Сорян. Прикольно. Спрятали.
То есть можно, ребята, тут довести, ставится ГБО, газовое оборудование. Так, ГБО убираем, будку убираем. Так, груз мы посмотрели. Так, ага, вот еще так, спойлер нужен. Еще нужен кузов. Кузов есть. Давайте сразу по загрузке кузова. Груз. Есть груз. Дрова, короче. Так. Дальше. Че тут че? А, еще отбойники ставятся, ребята. Во. Вот он и че. Семёныч. Прикольно, кстати. Все ставится вместе с кузовом. Так, где он кузов-то был? Где кузов? Сцепка. Тент, ребята, есть. Так, что там? 200 литров, 600 ремонта. Прикольно выглядит. Так, снимаем. Термо, что такое? Ух ты, это сцеп, со сцепкой все. Тюнинг установлен. Давайте цепляем сцепку. Ух ты, 4 очка гаража. Обалдеть. Парковочные опоры. Все работает, все есть. Так, гараж. Сюда мы. Так. Термо снимаем. А, с термо еще можно поставить. Что у нас? Спойлер ставится, да? ГБО, дополнительный бак. Грузовики. Всего, короче, куча ставится. Работает прикольно, такой моторчик у меня приятный. Обалдеть. Очень. Синхронизация, ребят, присутствует на моде. Все тут, ребят, светится, загорается. Все клево. Так. Ой, давайте переключим ночь. Ночь на день. Так, баки. Ладно, снимаем термо. Спойлер, это термо ставится, он только сцепка установлена, давайте поставим его. Дополнительный бак вместе с подкрылками, ребят, ставится. Так, так, это что? Ага, это кенгурятник. Тор поставим его, что будет. Так, сосунок грузиться должен по-любому. Бамс, все. Свой груз, ребята. Все есть, все клево. Все офигенно просто. Так, что мы еще не посмотрели? Так, гараж. Давайте скидываем этот САС, где он был. Так, оп. Со сцепкой, что у нас еще? Все. Ну давайте, я не знаю даже с чем поехать, термо, но я не хочу сцепку ставить и большой что-то тащить. Давайте по-быстрому поставим тент. Нет, тент неинтересно. Тоже неинтересно. Давайте, блин, со сцепкой, ладно. Не полезем в самые большие, скажем так. Самые большие говна, да? Так, еще что можно поставить? Кенгурятник. Вот в таком макаре, ребята, поедем, значит, мы по полигону. Все, помчались. Мягенькая такая вообще. Прикольненько идет. Так, этот у нас блин, сорян, не вписались в поворот. Просто, да, я переживал, что эти борта будут цепляться, но, в принципе, да, поехали по воде. Димон, смотришь, сделай этот самый рулевку чуть полегче, слишком шустрая тоже такая.
Ой. Опа, вот да, вот я именно за это и переживал, что мы сейчас будем везде цепляться этим длинным прицепом. По вот этим всем ямкам. Так что будем по-быстрому объезжать, в грязь ее сильно не будем запихивать с этим прицепом. Идет вообще хорошо. Впереди мост, все как положено на 4-4, да? Да-да, Димон, рулек надо ослабить. О, стаскивает прицеп, ё-моё. Сейчас мы ломанем, вот тут завалим. Так, аккуратненько сюда-сюда. Да, тут дорожка, конечно, кривоватая с таким прицепом ехать. Уж слишком. Такой быстренький обзорчик, ребят. Кому интересно, можете посмотреть. Обзор я делал на нее уже на канале. Полистайте, там найдете еще обзорчик. Там тоже эту газельку мы смотрели. Газельку хотели выкладывать в общак, но так как иную сумму ребята не набрали, поэтому она ушла в товары, скажем так. Хотя в принципе могли запросто собирать с миру по нитке, и все бы катались на данной газельке. Теперь данный автомобиль, ребят, будет в товарах. У меня также в товарах группы можете зайти посмотреть, сколько она стоит. Будет ссылочка на автора, на Девила. Также можете посмотреть в группе. Сейчас там опять Дмитрий восстановил группу свою, Девил Гараж, мастерскую. Так что тоже проходите, подписывайтесь. Все там очень интересно, много всего. Пролетаем тут все транзитом. Ух, она чешет, конечно, как шальная. Сейчас я, блин, точно ее размолчу. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, ну скорость у нее, обалдеть. По асфальту она там вжаривает, наверное, мама не горюй. Я думаю, она шпарит больше полтоса в легкую. Вообще, конечно, у нее прикольная газелюха. Да, она и так вообще, смотрите, она в полигон проходит. Единственное, что вот Димон с моей стороны, кажется, недостаток, как бы, с твоей стороны я заметил недостаток, это очень шустрые колеса. Чутка бы надо их поменьше. Это слишком она больно резво заворачивает. Так что... Слишком бодрые такие колеса на выворот. А так, конечно, офигенно. Так что, ребят, кому интересно, проходите по ссылочке. Все вопросы к Димону. Ссылка на Димона будет под видео на канале. Еще раз повторюсь, проходите. Там будет указана ссылочка на автора мода. Поэтому напрямую. Меня долбить вопросами не надо. Что, где, как и почему. Все вопросы к автору, ребят, по поводу приобретения данного мода. У меня мод будет только выставлен в товарах группы с суммой и ссылкой на автора. Все вопросы по поводу приобретения к автору. Ссылочки, еще раз повторяюсь, будут и в группе под товаром, и также под видео на канале. Проходите, кому интересно. А так, проходимость, смотрите, она шкварит, она просто тупо едет. Сюда большую грязь, я, ребят, соваться не буду тоже. С таким большим прицепом, как бы. Да я обзор. Ой-ой-ой. Осторожно. Двери закрываются. Осторожно. Так, подперли. Подперли брод. Ну, у нее проходимость это уж больно хорошая. Что-то оно вообще без проблем. Таким прицепиком уваливает. На пороге тоже туда не поедем, на эти ямы, да? Надо, блин, полигон самому собрать какой-нибудь путевый. Но все, ребят, некогда. Все обзоры, все везде, все занято.
нету никак свободного времени самому залезть в редактор, попытать счастье, скажем, да? Не, вход у нее вообще, ребята, она не едет, она летит просто. Смотрите, подвеска все, ребята, рабочая, прыгать на этих кубиках даже не буду, воду проверять не буду. Сами должны понимать, раз мод товара, значит все тут нормально. Ух, она, конечно, она просто шальная, ребята. А, телефона мама. Давайте возьмем. Я думаю, только за счет прицепа, чтобы тут подымать. Давайте на асфальте загоним с этим прицепом. Ну, она польет вообще бешеная. Бешеная газелюха. Пофиг, грязь, не грязь, она едет и едет. Вообще автомобиль, конечно, для прохождения карт, ребят, все есть, как бы. Полностью все. Блин, за прицепа я не вижу. Так, состояние. Ну, я думаю, 100 пудов, полтос он валит. 45, 46, 47, 48, блин, 49 и 5. И я тут накосячил. Ушел не туда. Ну, ладно. Полтинник, ребята, она идет, это однозначно идет. Без вопросов. Могу сказать, что стопудово она дожмет свой полтос. Охрененно. Даже не знаю, скрин давайте тут, наверное, на асфальте сделаем. Как-нибудь это извернуть, чтобы было. Ага, что-то вот, Димон, что-то ты стенда тут малёх в Максе упорол. Надо тоже поправить будет. Что-то вот он же прыгает. Скрин у нас такой вот обзорчик на газельку 33021 синхрон бамс, обалденно. Слушайте, ребят, так, сейчас мы щелкнем, сейчас, подождите секунду, я поставил какую-то ерунду, то убрал, да, убрал галочку продолжить, сорян. В группе на канале еще, ребят, повторюсь, будет розыгрыш, как будет 2000 на канале и как 2000 будет в группе, будет два розыгрыша по лицензионным играм Steam. Значит, по каналу будет разыграна спинка, по группе будет разыгран Battlefield Company 2. Лицензионные стимовские версии, ребят, для тех, у кого нет стимовской версии, дариться будет через Steam, еще раз повторюсь. Вот такой был кратенький обзорчик на газельку, ребята, ссылка на автора будет, значит, под видео на канале, и также в группе в моей, ссылочка будет на группу также под видео. В товарах, значит, будет еще ссылочка на автора и ценник на машинку. Все вопросы, ребят, туда. Димон, мод обалденный, мод классный. Вопросов нет, ребят, у кого есть возможность, приобретайте, всем советую, хорошая машинка, то есть, как бы, с моей точки зрения, ну, на любителя, естественно, кому нравится, кому не нравится. Вот такой был быстренький обзорчик, ребят. Все, всем удачки, всем пока, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делитесь видео, всем удачки, всего доброго.